Всем добрый вечер, шаббат шалом, бетавон, приятного аппетита всем. Кто с нами кушает? С вами Анжела и Женя, канал «Жизнь как сериал». У нас сегодня суши. Женечка сделала суши, потому что мы заказывали, заплатили... 280. 250 шекелей, тогда 250. Курс 3,7, вот посчитайте. А. И там вот такое что-то было непонятное, кинул в рот и не понял. Здесь у нас вот такие. Мы сделали горячие суши, вот такие с сыром, посмотрите. Да? Так это суша-суша. Взяла так суша. И вот такие же не сделала. У нас, конечно же, имбирь, а к суше это просто необходимо. У нас васаби. Соевый соус и соус тут чили, лимон, дочка делала, и ведерочко мое. И компотик мой. И Женькин компотик. Это даже не компот, это, знаете, это мята я делаю с лимоном, чай добавляю. Закипела, выключилась, настояла, и это очень-очень вкусно. Добавили холодную воду. Да, развели холодную воду, и получается холодный чай с мятой и лимоном. Вот, да, очень вкусно получается. Если покупать 1,5 литра за 5 шекелей, это больше доллара, то это выходит, я большую кастрюлю варю, выходит это намного дешевле. Канистры, вот. Которые 3-4 литра. Я хочу попробовать. Вот такая вот канистра. Да, 3-4 литра у меня выходит, я пучок мяты свежей, 3-4 чая обычного. Наконец-то. 3-4 чая обычного, лимон режу. И все равно добавляю сахар и немножко лимонной кислоты. Ну, для более кислости. И очень вкусно получилось. Главное, полезно. Мята, она полезна. Ребят, я хочу попробовать горячие суши. Не знаю, что получилось. Может, что-то мы сделали не так. Я хочу потом или Женя, или я, мы залезем, проверим. Так. Пытка палочками продолжается. Вот я понимаю, почему палочками едят. Это пока наловишь, нагонишь себе аппетит. Поэтому они не кушают палочками. Горячие? Да это все. Плюнуть? Да. Для соуса. Такая вот. Ребята, это отвал башки называется. Серьезно. Потому. Вот так. Все заканчивается на у. Ребята. Просто. Ну что-то мы делали не так, почему-то плохо прилипало, знаешь, что. Панки из сухари. Панка, нет, я купила специально для не сухари, а купила специально для суши. Плохо прилипала. Я уже водой немного смочила, но что-то не то. Поэтому залезу в помощь интернет. Даже интересно просто. Да, где накосячили. А накосячили мы везде. Ой, суши обалденные. Так это суши ты взял в рот и... У тебя вкус сразу лопается рот от этого, да. Здесь у нас. В предыдущем видео все есть. Да, посмотрите, которое мы заказывали. 250 шекелей. Это второй раз я заказываю, второй раз у меня разочарование. Может, где-то есть суши, но не знаю. Смотрите. Здесь у нас сало. Я имел в виду предыдущее, я показывал, что я туда ложу. Да, смотрите видео, да. Но я все равно скажу, здесь у нас соломоновый авокадо. Вот все-таки, когда авокадо есть. Они получаются более жирные. И знаете, вот сыра надо много в Филадельфию ложить, чтобы она прям аж такая масонистая была. Очень вкусно, правда? Да, я думал, что это плавленое, а это оказывается Филадельфия. Да, Филадельфия сыр. Очень вкусно. Мы всегда, знаете, заказываем, а потом говорим, нет, папины суши сам, даже дочка говорит, папины суши все равно вкуснее. Попробуйте с сыром. Не хочешь? Оно горячее. Подождем. Так. Ты можешь посидеть подумать. Вот кто-то же придумал вот это вот все дело, правда? Японцы. Ну, я понимаю, что японцы, но это же они не родились с этим.
кто-то это блюдо придумал. Смотрите, это разлетелось по всему миру. Пальня колёс сошло. Что уснула? Я балдею. Я балдею, я вся в засоса. Васаби возьми. Не хочу я васаби. Я люблю, чтобы было вкусно, а не остро. Да, васаби дает тоже определенный свой вкус. Хорошо. Но... меня не устраивает этот вкус. Я лучше вот эти я вот. Я открыла, она ж в нос бомбанула мне. Значит, это Попробуй с имбирем, не хочешь? Ты это взял? Не, это еще. Вот, и сушеный это так, знаете, вот сделал и старался все это дохомячить. Ну, пару штук можно малой оставить, а на утром дохомячит. Я люблю, когда они вот свежие, когда этот нори еще не совсем-совсем мягкий, а такой он более свежий. Ну, малая нас может и на завтра скушать. Я тоже. Вот, а я люблю так. Я вот салат на второй день есть не буду, если кидаю, там оставляют в холодильнике, я не буду. Если я делаю винегрет, значит, мне должна картошка быть, знаете, вот она не красная от буряка, а еле-еле розовая. Светлая, да. Если она уже красная, ну если очень сильно хочется, но не так, чтобы. Вот эти приходится руками брать, потому что, ну, как бы, вроде бы не хорошо, но вы же видели, предыдущий взял, который рис сверху. Покажи это в разрезик. Так? А вот это в разрезе. Ближе. Куда? Прекрасно. Оно хорошо. А так вот лучше. Вот так вот лучше. Ну вот что-то откусит там себе экран. Видали? Я сразу накалю имбирь, потому что пока ей у меня во рту, я пока имбирь накалю, я уже сажала. Чавки работают сами, поэтому они не ждут. Есть талантливые люди, да, которые придумали вот это самое Макдональдс. Что там они? Всю полуфабрикаты разогревают. А все равно вкусно, да? Народ бежит, дети просят. Суши. Такие вот легендарные вещи. Гамбургеры. Что там? Боку, колбасу. Это колбасу. Котлету. Не, хот-дог придумали, да, же неправильно. Боку, сосиску кинул, налил, что есть в доме, кетчуп, шмечуп. И все. Вы все счастливы. Вы смотрите, люди не наелись, люди постоянно едят это. А сейчас вот мне пишут, жрать на камеру. Ну не смотрите. Ну что ж, я вас заставляю, ну господи. Не смотрите. А есть людям нравятся мукбанги, они смотрят. А есть людям нравится природа, есть людям нравятся распаковки, людям нравятся скандалы. Ну мы же все разные абсолютно. Вот и видео у нас разные, интересы разные. Пробую мамино химичество. Нет. Вкус непонятно обалденный. Сам сыр дает такой вкус обалденный. Сливочный какой-то, да? Такое. Очень вкусно с сыром. Их даже, знаете, вот мы поджарили, а потом сделали сыр, а их даже жарить не надо было. Что у нас можно было просто так. Не очень у нас эта понтейка прилипла, да. Можно было просто, мы натерли сыр на мелкую терку. Сыр твердый, любой какой есть. У меня там в обрезках было любой твердый сыр. А я думаю, если это будет моцарелла, по кусочку моцареллы положить, даже не тереть, она вообще будет тянучка-тянучка такая и будет вкусная. Или сулугуни вот по кусочку положить. Натерли на мелкую терку в микрогаль где-то 1.5-2 минуты. Все. Они нагреваются, получается горячие суши, сыр разогревается, расплавливается. И просто мне нямушечки получаются. Короче, ребята, я не буду выделываться палочками. Я буду выделываться, как всегда, руками. Да я буду. Что я сказал? Это ты накаркал. Я накаркал. Нет. Я буду. Они же... Петрой база! Они же все это самое, они же все едят палочками, и супы, и все просто. Супы они, по-моему, не едят палочками. По-моему,
Супы? Супы они не едят, у них есть ложка такая. Они сначала съедают вермишель палочками, а потом это досёрбывает эта ложка. Угу. Вот так с тобой разговаривала, переразговаривала, у меня это падает. Быстрее, быстрее! Тихо! Попробуй себе. Не хочу я. Ну, сади нахуй, попробуй. Нет, не хочу. Мне вот так вкусно, я не хочу портить. Угу. Дешево и сердито. Да, очень вкусно. Это все нам обошлось, но я не знаю. Ну, не 200 тебе шекелей. Даже 100 шекелей не будет. Самое дорогое из этого что? Это рыба. Копченая. Угу. Можно самим делать. И то. Мы только половину потратили. Да. Небольшой кусочек взяли. Яблоки, суши на ветру. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не видно, оп-оп-оп. Не видно, а так? Оп-оп-оп-оп-оп. Не видно. Вот так. Ням-ням-ням-ням-ням. А я хочу вот все-таки. Возьми. Я знаю, мне сейчас бомбанет, потому что я открываю. Сейчас будет. Я открываю, знаете, оно уже дает такое. Уже закрывали. Да, открываешь и хочешь закрываешь. Хреном, вот именно пахнет хреном. Это же есть хрен, да? Это вот, это корень какой-то. Блин, что-то я нагребла, как масло мажу. Корень хреновый. Панский приверни, вот этим на конца не кушаешься. Нет. Да? Нет, вот этим на конца. Это обломано. Женя, я кушаю. Ну, ты кушаешь, да. Подожди, где я намазала? Вот она. А, ничего не слышно. Угу. Так. Боженька все видит, Жень, сейчас у тебя будет все. Блин. Рита, ты мне давишь ногу. Могу тебе нос васаби намазать, хочешь, Рита? Будешь быстро-быстро бегать у нас. Так. Положу на это имбирь. Вот так. И сверху это. Кого? Ну что, не пирамиду такую? Да. Нет. Ну, бум. За понимание. Это какой соус? Это, по-моему, соус, да? Да. Оно не тот соус. Не, ну ты далеко мне, что мне... Я куда я? Господи. Я мужа. Да хорош уже. Да. Ну что, васаби? Ну, возьми еще. Я жду прихода. Да, ты мало он положил. Два я тебе положу. Не. Да. Не. Продолжаем движение. Да. Вы заметили, нам так вкусно, мы даже начали тему, а сегодня у нас корона, даже не начали. У них корона, а у нас суши. Да. Васаби, да, еще положу я. Васаби? Что-то мне не... Ты мало положила. Не торкнула. Давай я положу. Не надо мне. Положу. Положите, я могу. Так. Это дело надо делать очень аккуратно.
Лёля стоит, ждёт. Это вот васаби, это русская горчица, я вам скажу. Она также пробивает вот эти червячки полезные отсюда, аж до мозгов. Так. Так. Сырок. Имбирь. Нет, почти. Если бы китайцы ели, то холоду сдохли. Вот это вот накладывать пирамиды. А что это? С этого взяла, что ли? А чего это? А потому что... Вармуешь. Ну, она обломана. А вот это вот... Не лезь, мои палочки. Я креститься не буду, потому что вера японская и христианская несовместима. Господи, прости. Динь-динь-динь. Так, побольше рот. Капает. Но нет такого баса. Капает, капает. Кашина. Вылазит. Как стоит ты? Вылазь. Смотри сюда. Вот так вот мы и кушаем. Не туркнула. Положи больше, давай я тебя положу. А? Давай. Только не так, ну что чуть-чуть, что чуть-чуть. Ничего, ты не поняла даже. Правильно? Имбирь — это классная вещь. Но я говорю, мне вот розовый больше зашел в имбирь. Попытка номер 3. Ну, просто вывалить сюда все. Угу. Это злой же, нет, мстительный, злой такой человек. Я? Нет. Во-во-во, еще, еще. Нет, вот так. Ну, да. Ну, ты даже не почувствуешь. А помните французский с Рено, васаби? Mm-hmm. Как он сидел там, он стяжал васаби. Если люди любят и острую еду, и нормально относятся, я не могу. У меня сразу начинает обжигать весь язык, все. На семье, кстати, мало кто ест острое. А люди же кушают. Вот в Индии острое. Говорят, острая еда, она же это дезинфицирует. Наверное, нам нечего дезинфицировать. Мы одна большая инфекция сами. Сейчас уже весь мир одна большая инфекция. Ух. Понимаете, вот эти вот суши, вот, честно сказать, я уже наелся. Ну, да я. Так ты взял, ты почувствовал вкус их, все, что внутри есть. А то, что мы брали, бросил и даже не понял вообще. Ни вкуса, ничего. Абсолютно. Только вкус риса. Так риса я и так могу покушать. Ну, в Японию поедем? Зачем? Ну, как зачем? Посмотреть Японию. Японцы на наш посмотрят, мы на японцев посмотрим. Не хотелось бы тебя в Японии? Да. Там слишком дорого все. Там дорого, но это страна будущего. Дорого, да. Очень дорого. Увидеть, какое будущее. Но я не начинаю, а потом все равно в дальнейшем это к нам приходит. Да? Вот они все худые японцы, да? Правильно, что здесь? Рис и овощи, по сути дела. Немного сыра. Рис это сытное.
Поэтому не худые все. Ну, не все, но... Заказываем, непонятно, что мы заказываем. Угу. Да. Че? Взял и... Угу. Ну, команда. Сидишь, приглядываешь. Да, красавец, видите? Так, а с этой стороны вот так. Берешь, макаешь. Ну, это просто где-то 200 грамм Филадельфии пошло. Два огурца, да? Да. И то полтора огурца. Руководит. Можно ложить это морковку корейскую, но у нас дочь не любит. Можно так есть морковку корейскую прикусную. Да. Кстати. Хочешь? Я уже нарезал. Сыром вот так вот вкуснее даже, чем просто обычный. Другой вкус получается. Угу. Можно и так, и вкус другой. Другой получается. Ох. Я сыр, знаете, моцареллу ложить, и это самое, оно будет более тягучка. Хотя совсем, совсем неплохо. Абсолютно. Рита тут стояла, стояла и не дождалась. Не дождалась. Ой, я тоже, наверное, последнюю. Я все. Имбирь докушать. Ты новости не смотрела сегодня? Новости. А что новости? Забастовки. Около 5000 заболевших. Оказывается, дети в некоторых школах там дедатишные, они просто учились тупо в школе. Более 1000 заболевших. Ну так мы не выйдем с этого никогда, ребята. Если мы все не задумаемся, что нужно что-то делать, чтобы победить этого гада, мы не выйдем. Мы сами вот. Будем гадами, да. Просто-напросто. Из-за каких-то просто говнюков страдают все. У нас, скорее всего, еще... Говорят, 3 недели, месяц еще карантин, но я думаю, что с такими успехами все намного-намного дольше. У меня уже же говорят, что карантин потом еще продлят. После праздников. Сидим как сурки дома, не выехать никуда, ничего. День сурка. Год, проснулся. Год сурка, Жень. Да, год сурка. Да, не крыса, а сурка. У нас год сурка, точно. Вот крыса наваяла, да. Сидим по домам, как крысы. Угу. Оправдываем год. Да. Еще высокосный. Ты, да. Так что все у нас окей. А у нас все пучком. Так, я говорю, еще одну съем, вот маленькую возьму эту, и все. А мне интересно, малышка скушает или нет? Вот это, не надо это получить. А почему ты не забыл? Ну, зачем? Сыром. Ну, хорошо. Так, Рита? Соя. Женя делает эксперимент над Ритой. Будет Рита у нас японскую еду есть, так? Сейчас съем. Кушай, кушай. Вот так, вот так, а вот так. С имбирем? А с чмокой так вкусно. Слышите? Мама, что? Да, это скорее вкусно-то. Вот это вот. Здесь все кушает. Мне сколько нравится, что я даже этот сок пью, честно говоря. Риточка, еще? Я понимаю, почему имбирь не кушает. Потому что он дает определенный вкус. Ням-ням-ням-ням-ням. Я вообще... Да, кушай, кушай. Я вообще имбирь люблю. Я его кушай, кушай, в чай кушай. Добавляю.
Что-то как-то с ней не хочется мне говорить о... О страшном. О нехорошем, да. Такой у нас хороший стол. А что у нас нехорошее есть? Ну, кроме этой обстановки, я же говорю, так хочется же куда-то поехать. Да. Как-то у нас, да, сейчас перекладываем все. Делаем. Армяне с Азербайджаном все воюют. Ой, слушайте, уже начали военные действия. Да, между такие собой. Серьезные военные действия. Народный Карабах. Прям поставь его там. А вот это блюдо уходит в зал. Остатки сладкие называются, да? Ну вот что у нас осталось из нашего вот, видите? Ой. Ну это все завтра скушается. Ну еще не вечер. Да, еще не вечер. Мамочка, не знаю, будет делать стрим, не будет. Стрим, да, я буду делать стрим. Приходите на стрим, вчера он был суперовский стрим, время пролетело просто вот так вот. Раз, два, три. Люди приходят. И уходят. Люди знакомятся, люди находят своих соседей. Такие, да. Великое дело этот стрим, я не знаю, почему раньше не было. Вот. Я думала, нет, ты заходила просто к другим? Я заходила, сама. Да, думала, у меня не получится, но если получилось. Боялась, у меня опять три отписки, три отлипашки. Но я не думаю, что это люди, потому что у меня вчера прилепилось два или три человека, и я да их видела. Не вижу. Нет слов. Одни мысли, те разбросаны. Да, это точно. Непонятная фигня. Покушай. Вот. Сегодня мы постригли Лёлика. Он у нас лежит, обсыхает, он после бани. Еще завтра я постригу ему коготочки. Это делает дочка у нас. Я ее держу, а дочка у нас так хорошо. Чик-чик-чик-чик-чик. А я если хочу себе маникюрчик сделать, я сама делаю. Нет. Ты же стрим будешь делать. Ну, потом маникюрчик. Потом маникюрчик. Да, я сама делаю. Ну и все, ребят, не знаю, мы вкусно покушали. Мы обалденно. Если вы тоже с нами, очень сытная эта вещь. Я не знаю, мы это так... не то, что покупные. Да, 100%. Покупные, мы бы вот это вот съели бы, и я думаю, что еще подумали бы, чтобы еще покушать. А как у нас вот еще осталось? Как всегда. Да, с сыром очень рекомендуем, ребят. Очень рекомендуем. Даже можно их не обжаривать в этих в масле. Добавлять лишний жир, да, а просто права. Вот порезать, сырок натереть на мелкую терку, на мелкую. А если у вас есть сулугуни или моцарелла, моцарелла, мне кажется, можно просто вот шариками, кусочками положить, микрогаль 1,5-2 минуты, и получаете сказку. Кушайте, наслаждайтесь. Все, что, ребятки, девочка? Вы заметили, сегодня как-то даже не захотелось, это вкусно было, Женечка так постарался, спасибо, дорогой. Это результат. Да. И поэтому даже не хотелось. Так что, если вам тоже вкусно, будьте здоровы. Еще раз всем приятного аппетита, кто кушал с нами. И кто закушал, кто закончил тоже. Приходите на стрим, мы ждем. Ставьте лайк. Заходите те, кто любит смотреть нас. А есть люди, которые нравятся нам смотреть. Нам очень приятно, что мы кому-то симпатичны. Да. Бывают в жизни огорчения. Ну а что, нет, что ли? Я вот сижу говорю, ты так знаешь, возьмите мои 5 копеек за рубля, а то, ну, вам, да. Не, а то вам не хватает. Да, ты сейчас правильно, а потом все кричат, где Женя? Женя ушел в нирвану. Ну, то есть нервы. Нирвана. Кто нервы мотает? Нервы мотают. Кто? Да. Кто? Дед Пехто. Я тебе нервы мотаю. Ты? Я их выедаю. Ты душу мотаешь. Душу. Я их выедаю чайной ложечкой иногда. Нервы. Это мозг ты мозги, это делаешь. Да, нервы наматывают. Там нечего уже выедать, нечего наматывать. Да, да. За 20 лет уже все это сделал. Ребятки, ребятулечки. Лайк. Подписка. Ждем следующего видео. Посмотрите обязательно видео «Мастерство Евгения. Наши ручки не для скульки, а для суши». Есть очень хорошее видео, как он делает. Лезет. Что-то я, знаете, сглупила, не показала, как мы делаем горячие суши. Вот это я фигню спорола. Ладно, исправимся. Это не последние суши, еще будут. Это предпоследние. Это... И что, мадам, вы хотите? Вот, пожалуйста. Иди сюда, что? И что? И что со мной разговариваешь? Что? Ты со всеми здороваешься? Возьми товар. Попробуй, если хочешь. Вот собираем грязную посуду. Давай.
Аритусенька, мамусенька. Мы всем передаем привет. Ставьте лайк. Для Аритусеньки, мамусеньки тоже. Подписывайтесь. Рита, говори со мной. Подписывайтесь, ставьте лайк. Да. И нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока. Да, Ритуся? Айвон засос. Все. Пока-пока. До нового видео. Пока, ребята, пока.